В конце августа мы получили очень печальную новость из евангелическо-лютеранского прихода Тюри, город Ломоносов, где на протяжении нескольких последних лет хранились книги, изданные Фондом «Лютеранское наследие в России» и переданные Церкви Ингрия для распространения и использования. В одном из хозяйственных помещений церкви, где хранились книги, 27 августа случился пожар. Причина возгорания пока точно неизвестна, но по предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем со стороны компании подвыпивших подростков, облюбовавших окрестности церкви для своих вечерних прогулок. В результате пожара нанесен весьма значительный ущерб зданию, в котором хранились книги. В частности, крыша и чердачное помещение сгорели полностью, местами обрушились чердачные перекрытия, в результате чего часть помещений находится фактически под открытым небом. Часть книг пострадала от огня и дыма, еще больше от воды, которая использовалась пожарниками для ликвидации возгорания. Общий ущерб пока не подсчитан, но по очень приблизительным оценкам в результате пожара уже потеряно не менее 30% книг и журналов, и некоторая часть литературы еще может пострадать в дальнейшем от сырости, плесени и тому подобных факторов. Так что общие потери могут в итоге составить до половины запасов книг, а может быть даже и больше. Для спасения оставшихся книг необходима их срочная перепаковка и сортировка, а также их ограждение от дальнейших возможных угроз – пыли и влаги внутри помещения, дождя и снега снаружи. Необходим основательный, по сути капитальный, ремонт помещения или на первых порах хотя бы восстановление крыши или перемещение оставшихся предварительно перепакованных и просушенных книг в какие-то другие помещения. Всем этим уже занимается миссионерский отдел церкви Ингрия, главным образом в лице пастора Лейфа Кэмпа, а также некоторые прихожане церкви и добровольцы из семинарии Колтуши, которым мы все очень благодарны. Многое уже сделано, в частности, приобретены и доставлены к месту материалы для восстановления крыши и обгоревших стен здания, рассортирована некоторая часть сохранившихся книг. Однако приход Тюрия сейчас как никогда нуждается в помощи и поддержке. И если вы неравнодушны к этой трагедии и считаете, что можете чем-то помочь, кроме своих молитв, то вы можете связаться с настоятелем прихода Тюрия Кирхи Святого Иоанна Александром Хлыновым или же пастором-миссионером Лейфом Кэмпом. Они расскажут вам о текущем положении дел и также о том, чем вы можете конкретно помочь. За координатами можно обратиться в канцелярию церкви Ингрия или в фонд «Лютеранское наследие».